Какой? Наши в этом году нашей секте 3 годика. Ох, сектанты, Три... блин. О, не говори вообще. 3 годика. А Моя если нам секта надо... лучшая. Доска. Подушек и одеялок. Это диван на этот самый? Нет, сонные войска. А, сонные. На станке нас сидеть нам все вместе. Куда? В июле. Нет, я говорю, куда съездить, я не расслышала. На Останкинскую телебашню. А потом куда-нибудь в кафешку отметить. Да у нас без кафешек не может быть. Ну, если вспоминать, сколько раз мы посещаем уже. Каждый год. У нас все через кафешку. Без еды не можем. Еда, еда, еда. Вкусная еда. Никуда я без слышал, тебя. То ли что-то буркнул. Не поняла, что буркнул. Можем без еды. Можем, умеем, практикуем. А, призрачный огонек в подвале, первая комнатка. Иду, иду. Бегу за штатив. Мне все равно пока больше кость интересна. Косточка в подвале. Вот она. Так. И куда он дел свой огонек? Я же сказал, он здесь. Но он в этом комнате был. Уже пропал? Сейчас, может, тут я слепой в мат. Может, я слепой и он. А вот тут свет включен, ребят. И вещи валяются некоторые. Да, вещи валяются. Он здесь. А вот тут начало падать. Он здесь. А, он тут. Может, он через стенку как-то пролетел? Скорее всего, через стенку, да. Опа. 3 МП. На отпечатков нету. Ой. Ивент. Я его не видел. Где он? МП-4. И я тоже не видел, он был. Вот здесь, вот где вещи разбросаны, судя по МП, потому что здесь МП-4 написано. Ну, в этой точке, как бы. Ой, что-то еще уронил. О, вот это. Вы МП-3. Стену. Активный, активный призрак, очень активный. Вот так, наверное. Температуре пока еще относительно тепло. Так, я тогда схожу за радио, за лазером. Ладно, только против он ныкался за стеллажом, поэтому не сфоткался. Лазерку поставь. Нормально. А чё, ты чё заикаешься, ты сказала-то? Так, я где? Ага. Есть такое, бывает иногда. Нет, я думал, он появился там, поэтому ты резко остановился. Не, я просто, я забыл взять этот ночного, я такой так, полз в темноте, где я нахожусь? Так, благовошку осталось зажечь, если по заданию. Блокнот. Блокнот у нас, да? Блокнот. Так. А, да что получается, значит, огонёк, да. Микрофон возьму, соль возьму. Нафоткать. Что еще? Запасной благовошку я скину, если надо будет. Благовошку зажечь и все. Нам не убегать, ничего не надо, просто зажечь. А вдруг охоту начнет? Ну, начнет так начнет. А то мы поймем. Если начнет сейчас атаку, значит это ТАЕ, скорее всего. Они раньше всего начинают атаку. Раз. 2. Так, ну тогда я. Не, ну опять же, блокнот, это я видел. А что у нас еще? Это огонек же, Штиман сказал. И? Так. Мне не отвечает, либо тогда много людей в комнате. Так, давай я тут с ним поговорю. Давай, выхожу. Не настолько приватно, блин. Ну, чтобы разделить границу. Возможно, за подвалом вот читает это все это помещение. Не отвечает.
Кидай, Тогда да, ты я пробуй, попробую. Диман. Да. Кидай, я попробую. Толя. Толян. Так, выйдите, пожалуйста. Опа! И винтик. Бешарадио? Ну а Почему? выйдите хотя бы. Где ты? Ух ты! Распятие, кстати, в коридоре сгорело. Иди в коридоре поговори с ним тогда, а мы уйдем. А может он просто как-то поближайшее считается? Это может быть одна... А, кстати, здесь молоток валяется. Возможно, это одна комната. Или либо он переместился. Два молотка, кстати, валяются уже. Наверх, 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 наверх. Пробуй говорить. Где ты? Так, я, ладно, в комнату призрака. О, Ньютончик. Ты тоже Так. пришел, Ньютончик. В этой комнате. Атака, атака, Диман, Диман. Все, он прям в дверном... Он в Тебе подвале здесь. прям, да, мне чуть пиздец. Он в коридоре, я там заспался в подвале. Так, что у нас по рассудку тогда? Юля, у тебя 25, а только 20. Я мертв. Это не та... Это не таем. О, уже у тебя 10, у только 5. Меня перезагрузили. Меня обновились. Это По не скорости. Таен. Таен намного раньше начинает атаку. Не думаю, что это Таен. По скорости, Димон, ты не определил его, да? А он только Себе, да. заспавнился, да. Так, ревенанта во время атаки можно узнать. А вот Мара... Мара, у нее как Свет раз был ради... включен. Чё-чё? Я же сам говорил, свет в комнате был включен. С каких пор Мара начала свет включать? А, точно, слушай, я и забыла. Получается, ревенанта, да. А если это ревенант, то должны быть записи в блокноте. А, нет, она не у нас есть? Минусовая, минусовая, Должен. минусовая, Но минусовая. опять же, может, не правильно как-то. Диман, а ты можешь минусовую проверить? Могу, но если я мне скажу, где находится термометр, если. Там валяется на полу. Ой, это плохо, он не увидит, может быть, его. Ну, Так, с ладно, хитрыми короче, тогда манипуляциями мы... я его увижу, но Ну, давай. где он вообще находится? Тут на полу, это самый главный Прям вопрос. посередке или, возможно, на не его солью засыпали. Ау. Так, ладно, давай тогда сделаем вот так вот. Ешь. Пройдет. Два сразу. Да, два сразу ешь. А у Алинки нормально, рассудок. Так, я беру тогда с собой вонючку. Две. Одну там заждем. И пойдем смотреть. Подождите. Нет, пассатижи лежат. Пассатижи. Мы идем. Такие же там были рядом. Иди же ж, пассатижи ж. И они тоже. Три гада идет по лестнице. О, распластался. Да, пара изо рта в коридоре идет, кстати. А, вот он где, Возможно, переместился. Проверьте. 10. Иди сюда, значит, он в коридоре. Может, тут пара идет. Да, тут начало падать. А, Толь, тогда вот тут канистра есть дальше перед тобой. За ящиком инструментов. На него как-то кинь. Аккуратненько. На него Кинуть термометр. термометр кинуть, чтобы Димка следил. Не сюда, на канистру. Я сейчас Юль покажу. Во. Я кинула. Ага. Надеюсь, удачно. Да. 4 градуса. Так, я тогда перемещаю отсюда этот самый Зачем мне два термометра? крест хотела взять. Рабочий контрольный. Так они оба рабочие, ты чего? Это не минус. Это Два не градуса минус. вижу. Моя, что у тебя с шеей?
Ломана. И рука как-то странно лежит. У меня я вообще в стеллаже застрял. Как будто бы я танцевал. Не знаю, у меня ты тут лежишь на полу с сломанной шеей. Так, я делал скриншоты. А вот, по-моему, другую. Или ту, да? Ту полапу. Один гра... около одного градуса. Я тогда не понимаю. Она падает медленно. Вы, если хотите, можете выйти, чтобы атака не началась на вас. Мы вроде пока на свету стоим. Пол градуса. Около нуля. Да ладно, неужели минус? Давай, пускай. Подожди. Вот он, вот он. Вот, успел? Не знаю. Следы в соли, последняя фотка. Следы в соли. А у нас этот закончился. Да. Это альбом, поэтому мы не знаем. Ну чё там, ноль? Меньше нуля, меньше нуля, да. Всё, минус. Ревенант. Ревенант. Возьмите какой-нибудь градусник, самый левый, и подтвердите. Минус два. Пойдем. Все отлично. Далее. Так, он сел. Это было последнее. Сфоткать его надо было, да? Нет, этот самый. А. За благовошку зажечь я зажгла. А. Последнее задание было. Опять я умер. Не, зато что тебе переживать? Я... У тебя там да. На счету несколько лямов и еще не, 4000 лям, предметов. Один. И еще около главное. 1000 предметов, да. Угу. Опять я умер, говорит. Да, ну в полшикатке я хотя бы посмертно его сфоткал. Ни за что. Ой, да, я тоже не люблю на природу. И я. Пауки, муравьи, комары, клещи. Нет. Да ну нахер, я пошла. Природа, пожалуйста. А куча людей нет. А если это свои люди будут? Ну, кстати говоря, да. Со шлыками. С алкоголем, да, начнем с этого. Все равно люди. Все равно люди. Подожди, то есть получается, тебе не нравится, когда мы приходим к тебе это самое на настолке? А, во-первых, вас получается немного, а во-вторых, даже если вы приходите на настолки, вы все равно сидите о чем-то своем общаетесь в основном. То есть настолки... это плохо? Нет, к вам я привык, но то, что именно приходите на настолки, это не та формулировка. Потому что настолки это по праздникам чуть ли не раз в полгода. МП-2. Где? Куда топать? Вот, синяя палатка. А кто из них синий? Они все зеленые. В начале лагеря налево. Первый. Ну а для меня она синяя, сейчас не знаю, потому что красная. Я в ночном видении. В ночном, я и говорю, они все зеленые. Синяя, да? Так, призрачного я не вижу, но я камеру все равно напротив палатки поставил. Температура растет. Ну тут он радио включил. Давай искать, хорошо. Давай искать, если ты говоришь температуру. Соседнюю, давайте посмотрим. Давай соседнюю. Можно вообще, кстати, уличный. Ну, вот, коридорный, в смысле. Тогда это вообще неудобно было. А тут тоже больше 15. А вот это желтенькое. Тут тоже держится. Блин. Давай тут посмотрим. Ой. У
Мне что-то показалось, он больше как-то либо вот тут, потому что тут пока падает, но до А скольких упадет, не знаю. вот тут это ты где сейчас? Вот тут это А. который какой-то Ой-ой, деревянный. MP3, MP3, вот здесь, смотри, он пнул эту, как ее? Кеглю. Кегля, да. Ой, еще раз. Он Нет, у нас кредо. тут понемногу падает, но пока что 8. Короче, могу Так, сказать вам одно. не А, отвечает, призрачного возможно. я не вижу. Поставлю куда-то сюда лазерку. На балкон. Ой, это плохо, наверное. Подожди, а давай куда-нибудь. И вот Ну сюда вот. ладно. Вот тут опять температура начинает расти. Который там палатка ближе к туалету. Тут опять падает. Но все равно опускается до 8. Ниже пока не ползет. Ну, пара изо рта, да, не было, но пока что это вся активность. Рядом Так, он включил в возьму этой синей F5 палатке и... радио, и вот здесь две кекли бросил. Еще один Не, может, термометр. какой-то отдельный только в комнате. О, в одном отсеке, Ну, в но лагере нет, опять во сложно, всей потому что... палатке она растет выше 10. Так, хорошо. Там, где дрова. Существенно падает. Он, походу, в этом углу живет. Ребята, выключите свет в районе туалета, очень мешается. Опять бегаю тут и наид. Ага, спасибо тебе. Ну, огонька вроде бы нету. Ой. Так, сейчас. Хитом смог расположить лазерку. Так. Опять же, упала где-то до 7,5. Так, давайте я принесу соль тогда и возьму датчик движения. Сейчас тогда так проверим. Так. А... Термометр кидаю возле камеры на эту фигню, чтобы я мог их посмотреть, или кто-нибудь, когда умрет. Всегда надо думать о плохом. Так, возьму вот это. Что еще могу взять? Что еще? Соль могу еще взять, наверняка. Зараза, коты подрались. Так, я здесь. Так, соль я взяла тут Тут же прошелся, я не успела рассыпать даже. А, дайте, посвети, пожалуйста. Нету? Ребята, атака. Ребята. А, ну... Бежим, 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 Ансим, Ансим, Ансим. Не слышно. Диман, Ну, Максим, мне дыхалка резко закончилась. не надо шифтовать. Так, вышел он оттуда, откуда? Крест туда бросаю. Пришел он от этих палаток. Слушай, походу, да, как будто из синей палатки он вышел. В том-то Давай. дело, что в палатке все-таки температура высокая. Давай еще раз. Сейчас померяем. Нет, ты Походу, температуру в как зоне раз перед он. палаткой померь, а потом самой палатки. Подожди, а где-то она заспала. Теперь оно поет вот там, то ли в пол... А, не, вот Нет, тут, за за палаткой, за ящиком. палаткой. За палаткой. Вот тут между палаткой уже Толь, спокойно, Толь, плюс Толь. 13. Толь, пойдем вы это самое, таблетки съедим. Нам сейчас тоже это сожрут. У нас рассудка нету. Шресь. Опять два Еще сразу. Шереси, да, еще Шереси. Валенки пока нормально. Так. Все, пошли. Семь. Не, ну вот тут между палатками все равно тут тепло. Так, я ставлю тогда еще одну камеру в районе как раз палаток. А, пошли. Мой палатке тоже тепло. Именно снижается она вот тут в углу. Но вышла она отсюда, откуда-то. Вот сюда еще поставлю. Начинает падать только когда вот тут уже за эти дрова заходишь.
У меня там термометр возле моей камеры. Там сейчас... Возле чего? Возле твоей камеры? Да. А кто я в угол поставил? А... Да. В каком углу? Между столом с игрой и дровами. Ой! Дает. Нет, она на линк вышла. Вышла, кстати, опять же, из синей палатки, прям прямиком из палатки. Так. Я не понимаю. Палатки а книгу кто-то забирал, палатки и мне вопрос. Выше 10 градусов. Палатки выше 10, вот это ты страшно. Распятие сгорело, смотри где. Именно между палатками. У меня вопрос, кто-нибудь брал книгу, которую я ставил? Да, я переставила ее. А. И мало ли он ее швырнул, чтобы ее вычеркнуть. Нет. Активность отсюда идет. Она выходит из этой синей палатки уже неоднократно. И плюс распятие именно тут сгорело, а не там. Просто странно очень. Вот тут на входе в палатку вообще плюс 17 уже. А внутри? Внутри выше 10, я там только что не, была. Не, в дальнюю часть палатки. Глубь в палатку. Какая разница? Атака! Она вообще из другого места пошла. И там, где я ставил, это как там блокнот. Мантит вокруг костра. Ты кому говоришь-то об этом? Тихо. Ты чего скорость увеличиваешь? Она не увеличивает, она просто периодически застревает. Все. Ну, в дальней части палатки все равно плюс 17. Я не понимаю. Но все равно, куда в козе дели, так же не понимаю. В этот раз она начала охоту от моего трупа. Буквально. Хорошо, переставляю сюда тогда, вот, блокнот ставлю. Рядом с твоим трупом поставила. Теперь она около туалета появилась. Поет, что ли? Мне показалось. Поёт. А, вот, я ее вижу, дергается. Блин, я почти все фотки уже растратил. А где у нас радио? Радио у входа в палатку. А, вот вижу. А, у входа в палатку. О, вот, тут уже нечего. Точнее, нечего. Ну что вы, тут. Я опять сдох. Это можно считать успех? Это успех. Стабильность — это всегда успех. Короче, демонологист не работает вместе с NVIDIA инспектором. Видимо, из-за движка. Ну и то, что его в списке нет. Это было бы забавно. И в итоге у нас хоть какие-то доказательства есть? Вообще ни одного. Да. Так, сейчас. На кошмаре, что ли, на этом? А, Толя, вот датчик МП, который рядом с костом, возьми его за моего трупа, положи, пожалуйста. Там еще одно распятие сгорело, которое возле кеглей. Тут МП 2. Не, просто его положи куда-нибудь. Перед камерой желательно. Чтобы он больше захватывал. Нормально. Или даже сюда. Не. На угол. По разорта, тут... меньше 5 градусов. Сейчас гляну. У меня тут термометр. По-моему, лазер был, я видела. Прошелся по соли. В районе 2 градусов. И, по-моему, мне показался лазер. А, Толь, возле маленькой лазерки этот градусник, его лучше переставить, и мне там его запрызг вообще неплохо видно. Куда его? Да хоть сюда на пол, на синий коверчик. Блин, ну не в тень же. Вот возле книги посмотри. Ну вообще тут не тень, тут. Ну у меня тень.
Ну, блин. Опа, лазер. Да, видела. Есть. Лазер, отлично. Ну и того, предположим, лазер. ЭДС-5. О. И шо чего? Пока все. Возможно, температура. Кстати, у меня будет сегодня классная превьюха, так как я ее вблизи к ней подошел. О, охота. Бегите. Назад, назад, назад. Все выжили. Не знаем, тут атака все еще продолжается. А, побежал. Все, все. Жизнь, оно как-то застревает и как будто шифтит сама. Призрючка. Где-то около 3 градусов температура. То есть это не минус. Но ниже не падает. Получается, смотри, ультрафиолет вычеркиваем, да? Это точно не мираж, потому что проходился по соли. Так. Значит, получается либо Они, либо Райдзю. Здрасте. Пошла отсюда. Они нужна минусовая. Возможно, минус, но просто мы его не дождались. А Райдзю призрачный огонек, которого мы не видим. В районе 1 градуса. Опять, по-моему, атака. Да. Так, ты откуда и куда прёшься? Она возле... Я ее не вижу. Толь, беги, вижу, беги, Толь. Давно Толь, беги. В дверь упёрся, Толь. Она застревает. Опа, опа, пошуфтовала. Иди отсюда. Ты из-за того, что застревает. Как будто, знаешь, фризит. Угу. Она, наверное, в углу. Не, по-моему, она так же упирается в дерево, как и я. Да. Так, я от нее задом ребят, отходили, вы там в фургоне посидите, я температуру почекаю. Чего я градусника? Сейчас. A few moments later. Толь, ты тут? Я все на камеру смотрю. Шагнись и сбегай, проверь термометр. Там, по-моему, меньше нуля. А уже нечем, все закончилось. У кого? И благовошек ни у кого не осталось, да? Я целый? У Юльки вроде есть. Да, лучше не надо туда заходить. Ладно, еще подождем. Тогда. Да хрен с ним. Толик. Лопает ты, слопает, чё? Да, не, меньше, здесь, меньше здесь, нуля, здесь. Меньше нуля, беги, беги, меньше нуля. Чё, атака? Минус. Атака, нет, живой? Минус. Нет. Талент. Живой. Я здесь, я здесь. Всё, меньше нуля, уходим. Вау! Как мы вовремя. Обломись. Лошара. Что вот так, она ж страдает. Поэтому всех с собой заберу. А теперь у нее есть ты. Я в фургоне, пусть начальник идет. Так, подожди, чего ты там говорите минус? То есть это все-таки Ония, да? Да.
Все, едем. Я за толиком пошел, возвращаюсь, тоже смотрю в градус, такой, уже меньше нуля, такой, опа. Я на самом деле сомневался, когда просто там был где-то в районе нуля было. Поэтому я только попросил, чтобы он пошел посмотреть. Ай, по глазам вижу, что хочешь разводить. Ты где мои глаза-то увидел за 2 километра? Побольше, я их, наверное. Видел и... 10. Видел. И видел давно. Да. Вспомнил как раз именно по памяти. Опа. Слышу, слышу, уронил что-то. Что уронил, где уронил? Слышу! Что-то где-то уронил. На кухне, что ли? Так, пойду только щиток включу. Зачем? Помню, где он. Что везде в доме из арта пар идет. Куда он зашел. Потому что это там... Зима, ну. Снег идет. Воду включи, грязная. Надо где? В ванной. Какой? Толик меня первый, понял. Первый, ближайший. Значит, и шкатулка в детской. Уже сфоткали. Значит, какой-то смежный. Кто сейчас лопал? Оно же? А, призрачный огонек, ну, Ваня. Отпечатков я не вижу, кстати, на дверях ни на одной. Призрачный так, огонек в туалете, да? Да. Тут уже 0,5. Так, а выйдите, пожалуйста, на секундочку все. Мужики. Не за что. Пожалуйста. Спасибо. Не, ни в какую меня не хочет. Это радио дело. Да, вот. Так, как теперь расположить камеру аккуратненько? Я только сюда. И где он? Он во мне заспавнится. Зараза. Чё, не удалось? Слишком быстро пропал. Переключишься. За тебя, за тебя, за тебя! Фоткай! Успел? Сейчас успел. Так, кто там хотел поговорить? Я хотел. Пара сорта в коридоре. Ребят. А это мы тоже проверим. Давай. Я сбегаю за термометром еще. Соль рассыплю на всякий случай. Угу. А то у нас только призрачный, и то пока непонятно что. Так, кто вытер момент? Красты все. Вот тут он не отвечает. А где у нас термометр? О, один у меня в руках, а держится. Слушай, на нуле. Ну, получается, и там... Это ты? О, господи. А я? Нет. Дима. Свет включил, я испугалась. Сюда. В коридоре температура начинает расти. Ага. Ну, иди таблетки выпью, у тебя 19%. У нас от распятия. В коридоре маленьком падает. Опа, опа, прошелся, прошелся по коридору. Есть, смотри. Есть. А, следов нету, не вижу. Нет. Так, ультрафиолет вычеркиваем. Да-да. Так, температура в маленьком коридоре. Еще прошел. Мне показалось ли, он что-то уронил? Да, в коридоре уронил, кстати говоря. Он МП3. Он переместился. В коридоре 3 градуса. Так это что, смежное получается тогда банально? Огонек там летал. Может, он просто переехал. Атака. Меня убили. Он вышел из кухни, ребят. Пока.
И тут тоже пар. Ренна. Да я не понимаю, где он вообще? У него весь первый этаж, что ли? Его комната? Ром, тогда вообще. Ладно. Темно. Распятие сгорело в туалете. Ваня, да. Да я не Бельмеса не понимаю, где оно. Почему он вышел с... Это он дверь закрывает или ты? Он. Отпечатки есть? Нет. А которую дверь? Туалетную он только что юзал. А сколько... А... МП? Где МП? А МП... МП-2. Какого хрена он вышел, скажите мне, с кухни? Я побежал в сторону кухни, и он на меня, этот мясник, вышел. ДС-3. Так, распятие тут все. В коридоре есть еще одно. Призрачен все еще в туалете. ДС-3. Вот теперь еще одно распятие, уже в коридоре сгорело. ДС-2. 5 градусов. 5 воду врубил. Так. Есть минус. В туалете? Да. А, ревенант Юра и Андрю. Так, Будь здорово. Так, спасибо. Ну вычеркиваем ультрафиолет, потому что он по соли проходился, не было. Дальше подтверждаем. Да. Угу. Так. Двери так. Ревенант, что нужно ревенанту? Ревенант можно во время атаки же вычислить. Душ включил. Записи в блокноте, там у нас два блокнота. А блокнот перед это в туалете же у нас, или где в коридоре лежит? Переложите туда. И проще второй принести. Давай. ДС-3. Маленький можно в туалет, большой в коридор. Чтобы больше площадь захватил. Ну, опять же, который в ванной, там блокнот чистый. А большой где? Вот. Так, выйдем. Надо еще посмотреть. Выйдем. Так, Юрка. Что может Юрка? Минусовая, огонек, лазер. Лазеры. А лазер был у нас разве? Нет. Не видели. То есть у нас две улики, огонек и минус, правильно? Да. И минус ультрафиолет, он же по соли ходил и отпечатку не снял. Да, я вычеркнул. Получается, ревенанта Юре Андрею. Так, несу маленький лазер в ванную, там ему будет самое то. Сейчас могу поставить? Да. Нормально. Как бы тут еще камеру бы развернуть. Все, по-моему, последний раз пять да. Сгорело. Блокнот кинул. Блокнот швырнул, значит блокнот не будет. Дверь закрыл. Ой, дверь закрыл прям полностью. Такой, кто-то, один призрак какой-то может полностью дверь закрывать. По-моему, Юрка. Так, блокнот вычеркивал, он его метнул. Так. Так, у Юрки должен быть лазер. Как вариант. ДС-2, ДС-3. Для Андрея нужен радио. Где радио лежит? На радио сколько проверяли? Не отвечает. Я не проверял. Да. Я не проверял. Может он... А это пожалуйста. Где ты? Атака. Из туалета вышел. В детскую пошел.
Коля! Ох ты! Ага. Он прям прямиком к вам пошел из детской. Как будто знал, где вы сидите. Не, он прошел сначала немного мимо, потом открыл двери. Где ты? Нет, он прям чисто сначала дверь открыл и тут же ринулся внутрь. Я тебе даже крикнул, Толя, и ты даже стоял, смотрел, и дверь не открыл. Я не успел ему даже за дверь схватиться. Так, что у меня? Так. Призраки же могут, да, лазер видеть? Да. Хочу проверить теорию. Ну, радиоприемник он мне не ответил. Опа, хорошо, так швырнул что-то в туалете. Подожди, а хватает МП? А, у нас МП 5 не может быть, да? Да. У нас сейчас либо... Что у нас? Лазер, либо радио. Да. Правильно? Так, сейчас. Я шагнусь пару раз. И лазер пул. Шарясь. Дверь так. Трогает. Угу. Переставлю с коридора туда. Угу. Потому что это и слабое очень свечение. И в призрачном состоянии тут все темно. О. А воду выключи, пожалуйста, еще. Если тебя не затруднит в душе. Звук раздражает. Ой, спасибо. Я вот вообще нифига не слышу. Так. А ты пользуешься уже новым? Есть лазер. Лазер! Лазер, да. Где это вы его увидели? Юрка. Я же сказала сразу, Юрка. Ты пользуешься уже новыми наушниками или пока старыми? Старыми. Так, и что с паузой? Старыми? Ты без провода пока не можешь? Алин, я шагнулся, у меня нет, больше. На те драйвера надо поставить. Ах, черт, у тебя же семерка. Слушай, а ты решил все-таки винду переустанавливать или пока думаешь? Мне так ждать, пока запчасти притаранят. Запчасти? После какие? После новогодних. Какие? А ты что, решил менять что-то в железе? Да, там так и так менять. Вай-вай. А что меняешь? Чего получится. Все, можем ехать. Вы внутрь заходить будете? Товарищи духи. Не будем. Пойду останусь столиком. Поздно. А чё, её тоже убили, что ли? Нет. А как ты столиком тогда собралась остаться? Она хотела померить просто. О, как... Я за этот раз, я говорю, не отомстила еще. Не начинай новый раз. А за что ты должна отомстить, не понимаю. А что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Для того, чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забывайте нажать на колокольчик. Всем спасибо и всем пока.